На трассе Атырау-Уральск вскрыли дорожное полотно в районе Махамбетского района. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по ЧС Атырауской области. К такому решению пришли, чтобы уберечь населенные пункты, расположенные рядом, от угрозы подтопления. Теперь в областной центр добраться можно будет по трассе Атырау-Индер через мост в районе села Ортакшыл, а в Уральск через Исатайский район.